Диана. При этом имени богини охоты, владычицы зверей, невольно возникает представление о классической красавице, или по крайней мере о высокой и стройной женской фигуре, дышащей лесной свежестью и молодостью. И вот перед нами афорт 25-летнего Рембрандта, купающаяся Диана, 1631 год. Первое изображение обнаженной женщины Рембрандт выполняет не в красках, не на холсте, но на гравировальной доске, выбирая небольшой вертикальный формат. Рембрандт переносит нас на лесную опушку, отделенную лесным ручьем. Это Диана, правда, сошла к нам не с Олимпа. Скорее всего, эта обезображенная полнотой женщина лет 50 явилась сюда из кухни. Она сняла свой золотой головной убор и, постелив на берегу светлой одежды, уселась в нелепой позе, свесив толстые ноги в воду. Она сидит на полном ярком свету, так что видна каждая складка, каждый сдвиг кожи. Ее располневшее туловище намечено лишь несколькими закругляющимися штрихами, и все же чувствуется, как выступают все округлости жира на бедрах и на животе, и как они западают на верхних частях руки и ушей. Разглаживая брошенное влево от нас одежды, она повернула свое некрасивое, одутловатое лицо и смотрит на нас равнодушным, отсутствующим взглядом. Мы видим, что Рембрандту решительно недоставало чутья к тому, что мы называем прекрасным с точки зрения Рафаэля и Джорджоны. Здесь нет ни физической красоты, ни моральной чистоты, ни целомудренного состояния, но под резцом художника эта женщина облеклась такой жизненной правдой и человечностью, что превратилась в изысканное произведение искусства. Рембрандта упрекали, что он заносил в изображение обнаженных женщин следы от шнуровки, корсета и подвязок. Что до того, большинство женщин не отличаются божественной красотой, и все женщины стареют, но гравюра настолько прекрасна по своему мастерству и отражению реальной действительности, что заставляет умолкнуть всякую критику.